Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция Монет. Парочка новинок, новые монеты в капсулах, вот такие вот, это в блистере. Ну, первая монета — это монета Казахстана, Тилашар, азбука. Не так давно показывал я монету без блистера, без капсулы, которая меньше диаметром. Вот эта монета 33 миллиметра, та 31 миллиметр, ну и другой материал. Там не зильбер, здесь медно-никелевый сплав. Ну, в общем, вот она монета. Достаточно симпатичная. Монета 2021 года, 100 тенге. Вот здесь такие параметры. Тираж 30 тысяч экземпляров монеты. Вышла монета с достаточно большой задержкой. Уже 2022 год заканчивается. И вот потихоньку выходят в продажу монеты 2021 года. Так, ну и вторая монета — это монета Украины. Номиналом 2 гривны, 2022 год. Елизавета Ярославна. Вторая монета украинская в этом году номиналом 2 гривны. Первая была Олимпиада в Пекине. Вышла то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого. Ну и потом был достаточно большой перерыв. И вот пока что вторая монета. 5 гривенных монет выпустили гораздо больше. Особенно за последнее время. Ну, будет что-то в этом году еще или нет, пока так все неопределенно, я так думаю. Ну, а Елизавета Ярославна, вот эта вот тетя, которая изображена, дочь Ярославна Мудрого, жила так тысячонку лет назад. Ну и как вот здесь вот, по-моему, написано, королева Норвегии. Ну, была она супругой норвежского короля. Ну, здесь, по-моему, Дании, что ли, написано. Вот такие вот две монеты на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч.